God, please help me waist deep in the river. Can you hear my plea? He says, son, you come like a beggar in the streets. You might make it, boy, but by the skin of your teeth. You might make it, boy, but by the skin of your teeth. Yeah. I'll rebel with the worst of them. Cut in love with the harlequin. Saw the darkest hearts of men. Then I saw myself staring back again. Then I saw myself staring back again. Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер. Мы продолжаем проходить игру «Ходячие мертвецы». Это вторая часть, как вы помните, первая, она закончилась неожиданно и для вас, и для меня, так как у меня выключили свет. Вот, ну что ж, мы продолжаем. Я решил как бы немножко начать за несколько секунд до того, как прервался первый ролик, то есть начать разговаривать с Беном, как и в прошлом видео. Давайте поговорим с ним. Hey, Ben. Привет, Бен. What's up, Lee? Как дела, Ли? Ну давайте по тому же сценарию будем с ним разговаривать. Видел что-нибудь странное на карауле? Никто нам ничего не замышляет? Nope. Нет, все спокойно. Really? Точно? Yeah, totally. Да, точно, очень It's хорошо. Good. Так, ты когда-нибудь был в Мейконе? Ну, опять сейчас скажешь, типа, там, зачем мне давали машину, я ездил в Атланту трахать тёлок, Мейкон дыра, ну, мы скажем, я из Мейкона, и он там начнет мяться, там, замнёт сейчас, вот, все, опять. Ну да, дурацкий, что такое там. Да ладно, не оправдывайся, чувак, ты задолбал, я уже во второй раз это слушаю, все подряд. Долбанный свет. Так, фонарь сломан, это ты был? Нет. Не, хочешь же поскорее разговор реально закончить, я же уже слышал. Опять сейчас допросы. Ну давайте, быстрее, быстрее. Сейчас, вот, вот на этом у меня свет вырубили, я только спросил про Лили, начали разговаривать, и все, у меня все погасло, давай. Что ты думаешь насчет Лили? Она меня до черчиков пугает. Это нормально так думать о ней, ну да. Просто я беспокоюсь, что она скоро сломается. Потом поговорим, Бен. Ну, давай, он, наверное, радуется, что я ушел. Так, давайте теперь, ну-ка, на классике посмотрим. Любимая игра Дака. Да Дак вообще какой-то конченый. Так, давайте теперь с этими поговорим, голубками. Так, давайте с Кенни, потому что я и так... Он меня бесит, потому что он убежал тогда, не помог мне. Ну-ка, давай-ка, гнида. Будем разбираться hey, с тобой. Эй, вы двое. Привет, как вы? Okay. Все нормально. Просто немного поспорили. Мы все теперь носим оружие, и мне это не нравится. Теперь так должно быть. Я знаю, просто я к этому никак не привыкну. Извини, что... Что ты хотел, Ли? Так, давайте, что? Узнать что-нибудь... Давайте про Лили начнем разговор. Вам нужно подружиться с Лили. Наладить с ней отношения, понимаете, у нее долго секса не было, она злая. Не знаю, как наладить отношения с ней. Ну и что теперь? Придет время, нам придется сделать то, что нужно, чтобы защитить свою семью, и мы это сделаем. Я так понимаю, убить меня, да, и всех остальных. Кончина, ты кончен. Да ты, сука, походу все припасы воруешь. Давайте, вы, ребят, всем доверяете, а? Более-менее, у меня явные проблемы с Лили, но это не значит, что я ей не верю. Ты нож в горло садишь при любом случае удобном. Да, мы не можем стать друг другу чужим еще больше, чем сейчас. А давайте про фонарик начнем. Сейчас опять начнется. Ты что спрашиваешь? Какого хера ты на нас подозреваешь? Бля, у нас и так их много. А, не так много. Да, с ними проблемы. У этого разбито стекло и лампочка. Я видел битое стекло возле машины со льдом, как раз собирался убрать его, чтобы дети не поранились, но забыла. Так, отлично, туда надо сходить теперь. А насчет пистолета что там скажем? Так, не начинай. Ну, ладно. Я только хочу сказать, Кэт, что... Это хорошо, что ты чувствуешь себя с ними неспокойно. Спасибо, Ли. Но то, что они нам нужны, в этом нет сомнений. Ну, это так, да. Я поговорю с вами позже. Хера с два, я к вам не вернусь, идите вы в жопу. Так, давайте куда пойдем? Карли или... Нет, сначала стекло посмотрим, потом Карли. А, хер посмотрим. Нет, как-то надо по-другому обойти. Вот тут, значит. Да, все, пришли как-то сейчас. Надо будет осмотреться, но... Вот оно, да. Все, надо посмотреть, взять, потрогать. Так, тут на земле битое стекло. Ну, я вижу. Давайте посмотрим. Подходит. Да, подходит, смотрите. Значит, фонарь где-то тут разбили. Давайте дальше искать. Крест какой-то поставили. Слушайте, сектанты какие-то. Давай-ка глянем. Там что-то нарисовано. Ну, это крест. Мелками.
Мелок. Розовый, а? Так, блин. Улика! Возможно. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, что это ничего не значит. Возможно, это знак. Вероятно, это розовый мелок, что странно. Ладно, вернусь к расследованию. Да, мальчик явно ненормальный. И причем, ну и что, крест стоит, Клементина просто его поставила и все. То есть, как бы я не думаю, что этот крест имеет отношение к стеклу, который тут валяется. Ну давайте сейчас еще раз к ней подойдем, скажем, типа там. Вот розовый мел, это твой, давай. Отдавай припасы все, сука. Ладно, давайте в первую очередь к ней подойдем и поговорим сразу про этот крест. Привет, Клементина. Эй, Ли! У тебя есть розовый мелок? Не, он куда-то делся. Понятно, кто-то его украл. Хочешь синий? Нет, не надо. Эй, Ли. Опа, что-то раскопал. Я нашел кое-что. Что же? Я нашел кусок розового мелка и след от него за воротами. Ну ты, чувак, прям молодец. Правда? Конечно. Я пытался найти связь между уликами и... Так, я понял, молодец. Все, пока. Ух ты как! Ты прям мим! Так, давайте сейчас сначала осмотрим, все. Еще мелок. Так, сейчас какие-то умные мысли будут. Так, мы оставили Дака висеть. Нет, я не хотел оставлять. Видите, я хорошо справился, да? Да, Дак, молодец. А, типа, надо, наверное, в первую очередь с ним было поговорить. Так, на этот раз не входи за ограду, я серьезно. Ладно. Давайте сейчас еще с ним поговорим. А ты больше ничего не находил? Только мело, а еще нашел жуков под лестницей, только не говорите Клементине. Окей. Мстить будешь ты, сучоныш. Ладно, я не буду. Так. Давайте. Про фонарь. Так, а ты сломал фонарь, говори, сука. Нет, мама с папой не разрешают мне брать такие вещи, и Лили тоже. Ну неудивительно ты, если трактором человека переехал в первом эпизоде. Оно и к лучшему. Так, ты вроде что-то знаешь, сучка. Ты нашел мел, следы, и это, конечно, глупо, но не ты ли это подстроил? А? Нет, я за добрых. Не уходи за ворота. Ладно, ладно. Окей. Давайте пока нет. Сейчас еще со всеми переговорим, а потом только пойдем. Про крест уже больше никого спрашивать не будем. А, уже не надо ничего спрашивать. Сейчас просто с Карли переговорим и... уже потом тогда... пойдем за ограду расследовать, кто же у нас тырит припасы все. Так, сидит она тут. Поговорил с Лили? Да, она думает, что кто-то ворует у нас запасы. Правда? Еще и сломанный фонарь, я постараюсь все разузнать. Спасибо за это. Ну и все, что ли? А, я хотел сказать, что много думала о тебе. И я думал о тебе. О, у них что-то закручивается, какой-то роман. Ну давай, пошли сразу в койку. У нас маленькая группа. Ты маленькая. Вот это негр кадрит. Ты осужденный убийца. О, господи, Карли, вот это повороты. Я думаю, что люди должны это знать. Не потому, что они это заслужили, или потому, что ты плохой. Как раз наоборот. А, люди должны знать, потому что мы их и так висим на волоске. Я могу видеть, как Лили говорит с тобой без мысли о том, что это будет следующим, что она скажет. Ты не должен говорить всем, но говори с теми, кому доверяешь, и пользуйся этой возможностью, пока она у тебя есть. Скажем так... Не, давай скажем, оправдываться будем. Это было давно, ты что, сучка? А потом у тебя появится чувство, что ты это скрываешь и станет еще хуже. Нет, не станет, я знаю. Мне нормально, я окей. Возможно, люди будут в бешенстве, и то, что ты расскажешь им про это, может быть, вызвать проблему, но будет куда хуже, если они узнают об этом не от тебя. Да. Так ты расскажешь? Ну да. Слушай, меня прям перед выбором скажут. Почему нельзя сказать, я не расскажу? Хорошо, думаю, это будет к лучшему. Я, например, не хочу рассказывать ничего. Я бы не стал рассказывать. Она меня, что, плечо целует? Не называй меня маленькой. Да нет, вообще-то мне по плечи. Так, ты хотел поговорить о чем-то еще? Давай скажем, ну, ты думаешь, люди реально готовы слушать обо мне, потому что я убил человека?
А не важно, готовы ли они или нет, хорошего момента для этого уже никогда не будет, но будут времена куда хуже сейчас. Сейчас не самое плохое время, поверь мне. Но все люди разные, нельзя предугадать, как они отреагируют, и это понимаешь, думаю, тебе стоит подумать о том, кому следует рассказать об этом. Главный Ларри сдох. А ты чувствуешь себя здесь в безопасности? Да, мне в ванну с подогревом небоскреба, еще полную бутылку Мальбика и все, тогда почувствую себя здесь вообще охеренно. И я не знаю, пока здесь нормально, но все в курсе, что это может измениться в любую минуту. Ну да. А что ты думаешь о Лиле? Я беспокоюсь за нее, вот и все. Она пытается всем управлять, но это у нее не получается. Я приступлю к расследованию, окей? Ну давай. Что ж, пора выдвигаться за ограду. А знаете, так прикольно получилось, да? То есть Лили говорила, типа, я думал о тебе, там, то да сё. И она это говорила, потому что хотела, чтобы он рассказал то, что якобы он убил человека, а Леон, как бы, я так понимаю, пытался ее подкадрить. Вот, то есть получилось довольно-таки прикольно. Так, давай-ка я отсюда выхожу. Выдвигаемся за ограду. Ты, так, давай, стой, смотри, сука, главное, не выглядывай тут. А то еще кто вылезет, не дай бог. Так, значит, на дорогу я выйти не могу, я могу идти только вот так вот. Сбоку, бандиты не дают нам расслабиться, но в последнее время они что-то притихли. Окей. То есть, на асфальте я реально выйти не могу. Ладно, давайте решетку посмотрим. Решетка. А я не догадался, что это решетка. Хм. Ёха, нихрена какой-то пакет. Слушайте, чья-то заначка. Давай-ка посмотрим, что тут лежит. Какой-то пакет, ну давай его возьмем. Опа! Твою мать! Слушайте, а Лилия, значит, была права, кто-то реально что-то пиздит. Так, все, он пришел к Лилии, значит, типа сейчас будет оправдываться, типа, да, ты была права, ты ничего не нашел, не так ли? Я нашел вот это. Внутри куча лекарств, это было за решеткой снаружи стены, а с другой стороны был знак. Нихуя себе. Да уж. Ладно, мы выстроим их всех ряд, всех. Кого всех-то? Кто-то убивает нас, красть припасы, все равно, чтобы проскользнуть ночью в твою комнату и перерезать тебе горло, пока ты спишь. Ты умрешь. В чем разница, что если Клементин заболеет, и у нас не окажется того, что нужно? Но ты это нихера завернула. Какого черта? Нихрена, красть у нас. Еще, бля, кто такие? Ох, нихера, у них наши люди. Ёбаный. Там, вот это дерьмо. Они в любую секунду начнут убивать дверь. Лили, какого черта ты? Отвлеки их. Все, просто заболтай их. Делай все, что хочешь, чтобы они не нажали на курок. Вы совершили самую большую ошибку в своей жизни. Так, ясно. Черт. Окей, надо выходить. Хватит этой херни. Дрю, начинай вышибать двери. Так, их там четверо. Стой, урод. Спокойно. Так, мы можем договориться. Давай поговорим, чувак. У нас мало припасов. Ой, у нас много припасов, мы можем договориться. Слишком поздно, урод. Мы не даем второго шанса. Это было недоразумение. Мы все равно компенсируем. Я слушаю. Вообще, что за херня происходит-то? Так. Мы можем поделиться, я вам все не отдам. Мы можем поделить припасы. Или мы можем просто убить вас и забрать все. И что будет, когда припасы закончатся? У нас не будет, чтобы пополнять их для вас. А, че, понял, сучка? Ну тогда, я думаю, нам нужно уточнить план. Без плана плохо. Заткнись, Илья. Ох, ни хрена. А вот это уже классно было. Так. Оп, вот это зашибись. Слушайте, прям пошла волна. Сдохни, гандон. Что, я не попал, что ли? Я же вроде попал в него. Так, все, начинается мокруха. Возвращайтесь, выкурим его. Опа, Бен, давай-ка, ползай. Все. Так, покажи этим ублюдкам, прикрывай наших людей, посади их. Че, тут сматываться на фургоне, что ли, решил? Кончина-то недоделанная. Давай-ка. Так, сейчас, секунду. Черт, промазал, так. Кончина, все, уже пошел реальный шутер. Отлично, одного снял. Слушайте, все, таких перестрелок тут входящих не было. Так, и почему это Ли? Так, давай, где ты? Высовывайся, сука. Быстрее, блядь. Я вижу тебя. Вылезай, кончина. Отлично, получается. Все, сейчас, бегите сюда, скорее. Так, почему у меня этот прицел сохраняется? Так, все забегают в фургон. Клементина осталась. За фургоном. Так, помогите. И почему прицел не пропадает? Так,
Катя, держись! Опа, нихрена. Кто этого так живет там? Да, Кончина, сдохни, блядь. Отлично, какой я меткий. Так, еще один урод. Давай, я тебя видел где-то. Все, ништяк, слушай, я прям пристрелялся. Давай, быстрее, Клементина. Так, залезай в фургон, быстрее. Ох, нихрена. Так, надо быстрее их спасать. О, прям, бош прям попал. Отлично, все. Давайте, убегайте, ребятки, Дака, так, хватай. Пора свалить, я так понимаю, мы сейчас отсюда уедем. Тут не останется. Лили, залезай в фургон. Да пошла она, пусть остается. Ты что, ёбнулся? Гондон. Ты что за херня? Лили, бегом. Слушайте, я не хочу Лили бросать, по сути. Так, а что они не дохнут? А, вот, дохнет, дохнет. Так. Еще двое тут идут на меня. Так, ну все, я вам сейчас шанса не оставлю, сушки. Так. Почему Лили не забегает-то? Слушайте, ну Кенни реально надо от него избавляться, потому что это вообще днище. Он в группе работать не умеет нисколько, вообще ни капли. Так, отлично. Тот умер. Так, Кенни, давай быстрее. Лили, беги к нам. Лили, давай быстрее, не тупи. Ехали, нихуя. Черт, откуда они... Откуда их столько взялось-то? Так, не, подожди, трогаться-то. А, все, она успела забежать, отлично. Молодец, но, ну, я думаю, запомним то, что Кенни сказал, типа, пускай остается, не возьмем ее с собой, это был для него минус. О, Кет, ты как? Я в порядке, я в порядке. Ой, черт, черт. Прости. Все отлично, Бен, все совсем не отлично, нам необходимо разобраться, как это произошло. Только что мы потеряли все. Нам чертовски повезло, что у нас остался фургон, и никто не погиб. На Кассе напали, я в порядке, а так что-то вообще конченый. Кто-то из нас... В этом виноват. Не говори так, бандиты знали. Короче, знали они нас, это другое. Кто-то сотрудничал с ними, кто-то, кто бы ни был, он давал им наши медикаменты, они не получали свой последний пакет. Напали на нас. Ну да, мы же забрали оттуда. Успокойся, это полная чушь. Ли нашел сумку с припасами, спрятанную за стеной. Это правда. Все ж, Карли, хочешь что-нибудь сказать? Да успокойся. Значит, выбьем признание из тебя. Отвали. Ты не в том положении, чтобы что-либо требовать. Так, подожди, Карли заслуживает доверия. Она не предатель Лили. Спасибо, Ли. Она может говорить сама за себя, или же замешаны вы оба. Слушай, я вообще пакет принес. Не глупи. Так может мы проголосуем, или типа того? Прекрати гадать, Ли, ты прав, разберешься. Давай скажи, ты прекрати гадать, давай, наверняка надо узнать. Лили, хватит тыкать в каждый палец, мы знаем, что что-то произошло, и мы можем с этим разобраться, если сохраним светлые головы. Я думаю, это Бен вообще был. Я знаю, что мы нашли. Я знаю, Лили, я знаю. Никто ничего не воровал. Это ты был, сука. Это были вы оба? Что? Я видел вас двоих вместе, может, это вы оба? Постой, просто дай мне выйти, я не делал того, что мне не нравится, мне не нравится, к чему ты клонишь. Слушай, парень, ты дерганый какой-то, посмотри мне в глаза и скажи, что ты ничего не делал. Лили, отстань от него. Нет, не отставай. Ох, не понимаю. Что там? Я сбил что-то, нам нужно остановиться. Хорошо, что ж, мы можем разобраться с этим прямо здесь. О, ходящего как крутим. На колесах. Кенни, там безопасно? Должно быть. Выходите все, Лили. На выход все. Окей, разберемся. Сейчас будем в детективов играть. Что, я, по-моему, даже слышу, как кто-то хрипит. А, ну вот он там хрипит. Ходячий. Охренеть, до сих пор не дохнет. Кенни, фургон лишь слегка поцарапался, но под ним застрял ходячий. Проклятие. Все смотрите в оба. Так, знаешь что, нам не следует тебя выгонять, мы должны выслушать мнение всех. Думаю, тебе стоит успокоиться. Я думаю, не может быть, это был кто-то другой. Я не буду на Карли гнать. Жаль, что выбрал этот путь, я начинаю думать, что это были вы оба. Это не может быть Карли, это был кто-то другой. Возможно, кто-то прокрался к нам в лагерь. Это нелепо, неужели это твое мнение? Да. Ну ладно, Кенни. Я за Бена голосую вообще. Я не знаю, бля, просто можете прекратить. Ну что ж, твой голос засчитывается за тебя и за Катю.
Не нужны голосования. Что мне сделать, чтобы ты поверил мне? Я сделаю все. Так. Давай скажем, перестань паниковать, парень, успокойся. Серьезно, Бен, тебе нужно остановиться и перевести дух. Но это, я думаю, ты украл все. Нам нужно больше улик, чем есть. И нахуй твои улики, перестань пытать его. Заткнись, Карли, я достаточно тебя услышала. Кенни, какой твой голос? Просто дай мне одну чертову минуту. Бен, у тебя есть время до того, как Кенни убьет того ходящего, чтобы сказать мне, что это был не ты, а она. Прекрати, ты его пытаешь. Давай, короче, Лили, прекрати. Слово доверия никогда тебе не доверяла, Бен. Лили, прекрати, успокойся. Я не могу, Ли, ты знаешь, я не могу. Спасибо, Ли, пожалуйста, выслушай его. Пожалуйста, не угоняй меня. Не будем, скажи мне немедленно. Ох, ни хрена, вот я убил его. Пожалуйста, давайте просто вернемся в фургон, этого не будет. Думаешь, ты суровый сук, не так ли, ничего не может тебя уранить, но ты все лишь маленькая напуганная девочка. Пошла ты нахуй, блядь. Хоть раз попробуй побывать в Курили, помоги кому-нибудь. Да, я что-то Иисус вообще, я спаситель. Ну и в чем проблема-то? Ох, ни хрена! Какого хера ты ее убила? Вот так вот, блядь. Бросай, сука. Так, нихуя себе. Ну я так понимаю, Карли мертва. Все, Кенни, не пускай дака к окнам, Господь всемогущий. Внутрь мы оставляем эту психованную суку. Так. Ладно, возьмем ее с собой. Залазь внутрь, блядь. Просто залезаем и подумай, что делать с тобой. Все-таки как тоже человека бросает, вот это плохая идея, Ли, она убийца, мать твою. Я убийца? Ли был с вами все это время. О чем ты это? Он не сказал тебе, он убил кого-то до всего этого, он был приговоренным убийцей. Сюрприз! Это правда, Ли? Ну, конечно, правда, что теперь отрицать-то, да? Твою мать, и когда же ты собирался мне рассказать? У тебя же маленькая девочка. К черту. Я не хочу слышать это ни от кого из вас, просто залазься. Так, все, я теперь виноватый стал. Ладно, одни 10 тут невинны. Ну и Бен, он, мне кажется, пиздит запасы. Это он. А Карли вообще не по делу умерла. Это Лили, сука, вообще зачем убила человека? Она сейчас сходящим станет. Скоро. Так, мы ее связали, что ли? Понятно. Так, зря ты к Бену пистолет-то бросил. Мне кажется, он сейчас не в состоянии, чтобы пистолет держать в руках. Да. Ли, можешь тебя на пару слов? Ну, давайте подойдем. Чё ж теперь? Чё там с Даком-то? Я видел, он без сознания лежал. А, он вообще отключенный. В чём дело? Как Дак себя чувствует? Ох, ёб твою мать. Какого хера? Все случилось во время налета. Так, и каков план у нас? У нас не было до того кушанных в группе. Я присмотрю за ним, попробую что-нибудь сделать с медицинской точки зрения. Отрезай руку нахер. План все тоже, если ничего не случится, Восток. Ребята, а что еще мы можем сделать? Мы подумаем, что мы можем знать. Отрезай руку ему нахер. Ты же никогда не давал нам такой роскоши. В любом случае, расскажешь Клементине, мы будем очень благодарны. Окей. Так, давайте пойдем к ней, да. Вот это опасная ситуация. Слушайте, реально сюжет заворачивается. Ну что, как дела? Я тебе шкепку тогда еще нашел. Понятно, все, напряженная ситуация, никто не знает, что делать. А, Дак укусили. Что? Его укусил ходячий, когда мы бежали из мотеля. Все, нет у тебя больше друга. А, неважно, себя чувствую я. А что с Карли? Ее больше нет, и не вернется она. Потому что она была застрелена в голову. Совершенно верно, это ужасно. Да. Ну, вот такой херовый тут момент.
Так, что сейчас бы сказать? Давайте не будем говорить, что она... Я рад, что она у меня есть, это как неправильно. Я тоже, потому что все-таки посторонний человек, просто о ней заботится. Он говорит, я рад, что ты у меня есть, это реально. Моя мама играла на трубе, прикинь. Правда? Да. Она была низкого роста, и это было странно. Когда-то. Странно. А, когда-то мой брат думал, что это будет забавно наполнить эту руду цветами на 1 апреля. Ну что, он это сделал? И однажды она решила, что будет забавно разбудить меня в школу, сыграв мне прямо в лицо. А, и что случилось? А, то, чего ты ждешь. А, забавно. Ну да. Да, не знаю, почему я вспомнил это, ну, потому что надо что-то позитивное вспомнить в этот момент. А чё этот кран потёк? Так, и главное, чтобы Бен там спокойствие сохранял, то он, мне кажется, сейчас... Не дай бог, чё? Опа! Клем, блядь! Что за хуйня? Мне кажется, это ему снится. Что происходит, срань господня? По-моему, это сон. Слушайте, не получается хужать в любом случае. А, ну все, так и есть. Понятно, впереди что-то есть. Я был прав, это сон. Ну что ж, ребятки, я думаю, сейчас потихоньку буду заканчивать. Все-таки уже давненько пишу. Сейчас мы доедем, и на этом мы с вами попрощаемся. Так, проклятие, дорога заблокирована. Да, дальше, походу, придется идти пешком, оставить фургон. Сейчас мы должны разобраться с этим. Да, пошла загрузка, я так понимаю, все. Сейчас мы будем с вами прощаться, так как мы приехали. Опа, поезд! А как помните, на картинке в 3-м эпизоде показано то, что мы будем ехать на поезде. Я так понимаю, мы на нем и отправимся. Так, интересно, он сейчас на ходу, но мне кажется, нет. Так, я понимаю, в сознание так и не пришел. А есть способ его обойти? Похоже, что нет, если только пешком, но сейчас мы не можем позволить себе сделать это. Похоже, что здесь безопасно, весь этот мусор оградит нас от любых ужасов. Но еду откуда брать? Я бы хотел, чтобы все вышли из фургона, кроме Лили, я не хотел, чтобы кто-нибудь оказался запертым в ловушке с ней. Окей, Даку совсем херово, я так понимаю. Почему бы и... Тебе как бы не осмотреться. Да, все, отдохните, Клем. Держись ближе к Кенни и Кэт, хорошо? Ли, если ты найдешь что-нибудь попить в вагоне, ресторане, например, я думаю, Дак обезвожил мне. Ну окей, что-нибудь поищем. И это грузовой поезд. Будь осторожней. Ты думаешь, что может быть что-либо опасное внутри заброшенного поезда? Не думал об этом. Окей, все, я могу ходить, друзья, поэтому мы с вами прощаемся, начнем с этого же места в следующий раз. Поэтому давайте, удачи, с вами был Эстер, пока.